Привет-привет! Привет! Мы на канале в гостях у Алисы и Егора. Мы сегодня будем делать канапе. Канапе? Какое канапе? Шоколадное. Фруктовое канапе, наверное. Из чего вы будете делать? Из каких фруктов? А какие там фрукты? Ну-ка, Алиса, назови. Виноград. Виноград. Это что? Груша. Груша. Дальше что? Ой, молодец, Алиса. Дальше что? Мандарин. Мандарин. Дальше что там? Банан. Банан. Но мне их не нужен. Банан у тебя уже не влазит? А что там еще последнее есть рядом с бананом? Что лежит? Пинк. А? Нет, рядом с бананом что лежит? Егор, что накалывает? Так, это... Киви. Да, киви. Вот такое фруктовое канапе. Виноград, груша, мандарин, банан и киви. И потом, что вы будете с ним делать, когда на шпажке наколите? Будем есть. Шоколадом поливать? Да, да. А потом будем кушать все. Это будет фруктовое канапе, политое шоколадом, да? Я не буду. Но мы будем зато. Не было не больно. Не было не больно тебе? Ну ладно, давай мандаринчик накалывай. Или киви, киви, бери киви. Нет, я хочу вот это. Ты хочешь вот это? Да. Ясно. А Егор что там делает? Поломаешь. Ну ты делай поменьше. Киви поломаешь. Так. Красный. Красный? Да, как виноград. Как виноград. Алиса нашла красную шпажку, да? Да, как виноград. Как виноград. Что Алиса берет дальше? Мандаринчик. Мандаринчик. Дальше. Вот это. Груша. Груша. А кто знает загадку? Висит груша, нельзя скушать. Ну, потому что загадка там называется, загадка это плятки такие. Нет, загадка есть такая. Висит груша, нельзя скушать. Что это такое? Лампа. Лампочка, правильно. А эту грушу можно кушать, которая у нас лежит, да? Ну-ка, сколько уже Алиса получилось фруктовых канапе? Три. Ну-ка, посчитай хорошо. Один, два, три, четыре, пять. Молодец, пять. Так, берем. Ну, давайте штук 10 сделаем. Дело. Потом Егор будет поливать шоколадом. Шесть, да? Алиса больше всего виноград любит насаживать, да? Такой большой виноград. Егор, а ты тогда киви насаживай, потому что Алиса почему-то киви не ест, и она не хочет киви насаживать. А с киви это будет очень вкусно. Как у Алисы любимые фрукты это виноград, мандарин и груша, да? Не, ну, не больно. Укололась опять. Нет. Не больно. Совсем не больно. Ну-ка посчитай, Алиса, сколько там получилось теперь? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. Ну давайте еще 2 штучки делайте и будете поливать шоколадом. Это не мало. Ну сделайте побольше. Хочу сколько влезет? Я хотела побольше делать. Алиса, каким цветом шпажка? Оранжевый. А по-английски? Оранж. Она как мандаринчику по цвету. Точно. Мандаринчик по-английски оранж и шпажка оранжевого цвета оранж по-английски, да? Мил мандаринчик. Сюда прилез. Что там, мандаринчик упал, что ли? Да, вот сюда в коробку. Ну что, получается? Пальчик уколола? Или все пальчики уколола? Нет? А что ты их в рот прячешь? Потому что попробовать мандаринчик. Попробовать мандаринчик? Зачем ты Егора щипаешь? Так, ты не доделала, ты только Так, ну что, доделали, да? Донакалывали шпажки? Фруктовое канапе. Так. Ну что, теперь будем поливать шоколадом? Да. Вот, для этого мы сделали... Алиса, присаживайся. Для этого мы разогрели шоколад и наполнили шприц шоколадом. И Егор сейчас будет делать тонкими струйками шоколада поливать наше фруктовое канапе. А я умею. И Алиса умеет, но будет поливать пока Егор, да? Да. Потому что здесь нужно делать осторожно. Сил не хватает. Ну, ты старайся. Так ты ровно держи. Вот так вот надо делать.
Вот так вот. Вот он льется, видите? Шоколад наш. Так. Вот какой линеечкой у нас, да? Так, дальше. А, все, уже закончился. Надо заново наполнить. Так, ну что, Егор, давай пробуй. Так, вот. Ты двумя пальчиками давишь и хочешь, чтобы получилось. Егора не получается шоколад выдавливать. Не умеет он уколы делать. Но я же не доктор. Вот, льется наш шоколадик. Так, красиво украшаем, да? Тоже хочешь? Так, красиво украшаем. Я одним пальцем умею тоже. Умеешь тоже? Да, так, одним пальцами. Одним пальцами? Да. Давай, папа, продавливай. Так, ну, Егор, все, доделывай. И я. И ты потом. Ну, вот полосатый у нас фруктовый канапе получился. Все, весь шприц выдавил? Нет. Да все, там уже почти ничего не осталось. Давай. Я хочу теперь я. А теперь ты сейчас будешь, да. Да. Следующую партию будет Алиса делать. Ну что, пробуем? Я одним пальцем умею даже давить. Пробуем, да? Да. Ну давайте, берите по штучке. Алиса будет пробовать? Будет. Алиса не будет пробовать? Тогда папа возьмет, попробует. Вот какая у нас получилась красивая фруктовая канапе в шоколаде. Пачка, и я ее сейчас пепл. Попробую. Пачка, бери вот такой. Я сейчас эту съем и ту съем. Как вкусно. Ну что, всем говорим пока-пока. Пока-пока. А мы будем есть? Да. Фруктовое канапе. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал в гостях. Алиса Егоров. Всем пока-пока. А где у нас Алиса делась? Ладно, тогда с Алису. Все, Алиса, Егор за тебя послал воздушный поцелуй. Всем пока-пока.